Уважаемые болельщики, встречайте флаги играющих сегодня команд. Вновь Кирисов. Двигает сам мяч вперед. Посередину Веркашанский может пробить удар по воротам. Фролов на месте. И Бугаев мяч и штрафной выносит. Гогнев? Нет, не Гогнев все-таки. Олейник удар и точно так же попадает в штангу. Еще один удар уже в исполнении Якубы, но мяч проходит выше ворот. Пару лет собственной карьеры, удар по воротам Спартака Гогниева. Но мяч проходит мимо створа. Так вот, Буки, потеряв пару... Есть еще один интересный человек, который... А вот это фол. Началось движение в штрафной, подача. И Буки вновь помогает своей команде. Мы называем фамилии, не часто я называю фамилии защитников Кубани. Гай, удар по воротам. И здорово сейчас, красиво играет Станислав Бучнев. Ну, наверное, первый раз так выручил команду. Не так, чтобы прям вот стоп с мячом, несколько финтов. Подача в штрафную. Ну и здесь некому просто уже было вперед отдавать этот мяч Дышекову. И Кубань. Хубулов вновь с мячом. Несколько финт. Мяч направо. Здесь Хубулов. Дышеков против него. Вновь будут, безусловно, финты. Нет, финтов не будет. Будет скорость. Подача. Удар по воротам с линии. И нет. Мяч не засчитан. Показывает арбитр боковой. Первый помощник — это Владимир Миневич сегодня из Смоленска. Он показывает, что в положении вне игры находился завершавший, по-моему, эту атаку. В первом случае Владимир. Зотов бежит за соперником. И что? Ой, здорово, Георгий! Просто аплодисменты сейчас. И что? Дышеков у мяча. Подача в штрафную. Здесь Кубань должна отбиться. Не доходит мяч до Обухова. Кто здесь будет играть? Будет Гогниев. Против двоих Спартак. Хубулов получит мяч, да. Пойдет в обыгрыш. Уходит в сторону лицевой. Подача в штрафную. Удар по воротам. Гол! Спартак Гогниев вновь подряд во втором матче забивает мяч в ворота соперников. 1-0 на 81-й минуте матча. Все-таки количество перешло в качество.